Всем привет! Хочу рассказать о том, что пойду сейчас в магазин отдавать свой шуруповерт Райоби. Посмотрим, что с этого получится. Видите, он патрон шатается. Может быть, тут не видно, но у него есть люфт. Когда я закручиваю какой-то шуруп, то у меня шуруп ходит ходуном. Сейчас езжу, посмотрю, как можно будет в магазине, как говорится, Хаги Баумарт, вернуть или что-то сделать с этим шуруповертом. Что я могу сказать? Отнес я этот шуруповерт. Взяли у меня его на репаратуру. То есть сказали отремонтировать. Хотя я прошелся по магазину. Шуруповерты от Райоби, у них вот такая вот беда, что патрон, он шевелится, поэтому, скорее всего, не отремонтируют, не знаю как, смотреть, скорее всего, никак, вот, потому что это у них нормально оказалось, вот. Поэтому, скорее всего, буду его продавать, брать что-то другое, посмотрю по магазинам, что более качественные. Так что Райоби такой шуруповерт, скорее всего, он мощный, хороший шуруповерт, но покупать не стоит. Все, всем добра, пока.